Здравствуйте, дорогие мои подписчики и гости моего канала. Сегодня моей виолке ровно месяц. Ну и решила я ее все-таки пропикировать, потому что очень уж ей тесно. Значит, что я подготовила? Я подготовила вот такие ящичек вот такой вот. Уже написала таблички по сортам, какие у меня здесь будут. Вот. И сейчас насыпала земли. Земля у меня тут для цветов, немножко вермикулитика добавила, песочку, ну, чтобы такая вот она была не сильно тяжелая. Не стала я ее поливать, потому что сейчас будет стоять здесь на летней кухне, тут не сильно жарко, поэтому, когда только посажу, тогда уже и пролью. Значит, развела я циркончика. Вот сейчас буду пересаживать и уже полью цирконом, ну, чтобы корешочкам было легче приживаться. Но сейчас начну, покажу, что у меня будет получаться. Такая вот хорошая. Две подкормочки здесь у меня было. Кальциевой селитрой. Мочевина. Ну, азотика добавила немножко. Вот сейчас я их посажу. И дней через 10 тогда уже еще чем-нибудь подкормлю. Ну, пока вот она у меня радует. Сажаю это, повторяю для себя, поэтому сейчас буду по несколько штук, стаканчики даже, не по одному, но чтобы потом прям сразу высаживать и были как бы букетиками. Вот хочу показать, вот такая корневая, сплошная, не хочу ком ломать, потому что одной рукой неудобно. Ну вот уже первую отсажала и четвертый. Вот такие вот хорошенькие. Поливать их очень надо осторожно, немножко. Когда в комнате это сухо, а на кухне здесь у меня не очень жарко. Где-то 18-19 градусов. Поэтому с поливом надо очень осторожно, чтобы не подхватить черную ножку. Ну вот так вот продолжаю высаживать. Ну вот еще вытащила. Очень хорошая корневая система. Вот прям такие вот хорошие растишки. Корневая хорошая наросла. Ну, вот так вот распикировала и поставила на полочку под лампу, конечно. Температура тут 19 градусов, нормально. Как бы сильно тоже не надо. Ну, один ящичек сделала вот такое сортовое. Все подписала. А второй сейчас сделаю просто сборным, потом уже может на подарочки кому-то. Спасибо за внимание. Заходите на мой канал, подписывайтесь. Если понравилось видео, оставляйте лайки. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить мое очередное видео. Всегда с вами Марина Матвеева.